Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите канал «Мы живем в Латвии». Сегодня у нас вторник, 23 апреля 2024 года. Хватит пустых слов! За что Силиня получила пощечину от инвесторов? На прошлой неделе правительство Эвики Силини получило основательную пощечину от Совета иностранных инвесторов в Латвии, коротко СИИЛ. Если еще в прошлом году, списав часть проблем на годы ковида и инфляции, привлекательность Латвии для иностранных инвесторов можно было охарактеризовать как посредственную, то в этом году рейтинг упал до однозначно плохо. Привлекательность Латвии как место для инвестиций за год резко снизилась на 0,4 балла. В результате был установлен исторический антирекорд 1,9 балла по пятибалльной шкале. Такого низкого рейтинга еще не было. Исторически самые низкие показатели – самые низкие показатели инвестиционной привлекательности были в 2016 и 2023 годах, когда, оценивая итоги предыдущего года, инвесторы поставили оценку 2,3 балла работе тогдашних правительств Лаймдоты Страуюмы и Кришьяниса Каринша. Помните, совсем недавно. Как отмечают иностранные инвесторы, в Латвии существуют долгосрочные, нерешаемые, постоянные проблемы, которые тормозят как конкурентоспособность Латвии, так и привлечение новых инвестиций. И это недоступность рабочей силы, низкое качество образования, высокий уровень бюрократии и отсутствие механизмов привлечения инвестиций. Обосновывая низкий рейтинг, большинство инвесторов подчеркнули геополитическую ситуацию, но отметили и отсутствие квалифицированной рабочей силы, высокую стоимость рабочей силы и непродуманную нормативную базу. Ни одна из упомянутых проблем не нова. На них из года в год указывают как иностранные инвесторы, так и латвийские бизнес-организации. Но, большое но, честно говоря, в работе правительства почти ничего не меняется. Мы хотим видеть реальные изменения со стороны правительства, а не просто пустые слова и планы, цитирует СИИЛ. Заявление некой транспортно-логистической компании. В исследовании можно найти много подобных цитат. Вот такие вот новости, друзья. Пишите комментарии, что вы думаете. Повторяю. На прошлой неделе правительство Эвики Силини получила основательную, ну, пощечину, вы понимаете, конечно же, это же в кавычках, естественно, от Совета иностранных инвесторов в Латвии, а коротко СИИЛ. Поставьте лайк под видео, подпишитесь на наш канал, поделитесь с друзьями в социальных сетях. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. До свидания, друзья, до следующих видео-новостей и вообще наших видео. Спасибо за поддержку нашего канала. До свидания.